Вы не поверите, куда я прямо сейчас отправляюсь. В американский ночной поезд с туалетом в купе. Пока подпишитесь, а я сейчас все покажу. Прямо сейчас я отправляюсь в поездку на ночном поезде по Калифорнии длиной в 32 часа. И я купила билеты в необычное купе. Что тут есть? Маленькая раковина при входе. Дальше вот такое просторное спальное место внизу. Шкаф, пара полок. Здесь бесплатная водичка. Вы удивитесь, но современные американцы ездят на поездах не для передвижения, а ради развлечения. Сейчас к цене тоже вернемся. Реально, как поездка в хороший отель. Это считается спальным купе со своим туалетом. Летом и душевой кабиной. Внутри лежат полотенца и гель для душа. Мой поезд называется «Звезда побережья». За обедом открывается вид на Тихий океан и местную природу. Поезд, конечно, классный, но если бы мне нужно было быстрее, за 2 часа вместо 32 долететь на самолете, я бы купила дешевые авиабилеты на авиасейлс. Билет бы обошелся мне всего в $90. Но вернемся к поезду. Что там по ценам? Самые недорогие сидячие места на все 32 часа стоят $270. А билет вот в такое отдельное купе с туалетом, где вся еда и сервис включены, стоил 1800. Хотели бы так прокатиться?